что творишь-то, а? Куда тебе? Да мне никуда, мне чего. Есть что-то сколько? Пол-литра. Цену знаешь? А можно не за руль? Давай, пока клиент. Живые деньги. После 11 по пятнашке будем брать. Ну а в 12 можно и 20. Стой! Стой! Шеф! Двойной счетчик! Поехали! Ну что же вы, Наум Давыдович, товарищ дорогой, прыгайте от нас, как заяц по кочкам. Поехали, поговорим. Груди его. Ой, такое бывает в нашей профессии. Это не наше дело. Давай, езжай, Саша. Езжай! Мама, спокойной ночи, Мишка. Все будет хорошо. Да, конечно. Иди спать. Тебе завтра вставать рано, опоздаешь. Я не пойду. Иди, говори. Не хватало, что тебе еще с работы выгнали. Опять они потерялись. Ну, где их искать? Ты знаешь? И я не знаю, что будем делать. Дедушка Ленин, ты же большой, тебе все видно. Скажи, пожалуйста, где мои мама и папа? Дедушка Ленин, ты все можешь, ты все знаешь. Пожалуйста, скажи моей маме и папе, чтобы они ждали меня здесь. Я еще сюда приду. Запиши ориентировочку на мальчика. 7 лет, волосы глаза голубые, волосы белые, кудрявые. Никита Громов. Да, хорошо. Настя, я уже позвонил по веткам до Конаково и до Твери в сторону Москвы. Система налаженная, сработает. Долго не пробегает. Найдут Никиту.
Особенно завтра. Праздник, усиление. А может, он не в электричке? На электричке. Видели его. А можно Никита тоже во всесоюзный розыск? Настя, я думаю, до этого не дойдет. Сашка, завтра на демонстрацию. Я не могу. Почему? Не могу и все. Ну, можешь, не можешь, а надо. От мастерских 20 человек надо выставить. Не самому же мне транспаранты носить. О, свалитесь Петькой на пару всю славу в КПСС и понесете, чтобы городская власть вас видела. Пахомыч, я же сказал, не могу. А я сказал, пойди, Аш. Мужики, принимайте. А? Э, Петька! Иди! Это по твоей части. Здорово, племяш. Здравствуй. А чё мы такие хмурые? Прям лица на тебе нет. Что случилось-то? Да ничего. Пахомыч! Ну? Ты что ли обижаешь-то молодежь? Ага, их обидишь. Что-то я не поняла. А чё нам-то ничего не взяли? Да где ж я возьму? Смели уже все подчистую. Ну, в магазине у Тамары в девятиэтажке. Ну, для меня скажешь. Значит так, возьмешь бутылку рислинга, две такайского и конфет не забудь. Ты понял? А то я устрою тебе тут праздник революции. Вот приклейте. Здесь 8 штук. Правда хорошо получилось, Надя Алексеевна? Аксенов, Митраков. Только я здесь Громова не вижу. Подписать? Так он же сам не жует. Мария Алексеевна, вы меня вызвали? Да-да, заходи, Шмурзаева. Ты знаешь, что Громов торгует жвачкой? Нет. А кто сказал? Ты, кажется, живешь рядом с Громовым? Да. Передай его сестре, что после праздника я жду ее у себя в кабинете для серьезного разговора. Хорошо. Ну, иди. Угу. А почему только 5? Где еще 3? Может, под стол упали? Зав, что? Жвачка есть? Отвали, нет. Ну дай, а. Сказал же, нет, отвали. Савка, вот, возьми. Что это? Никита забыл. Когда? Никита вчера у меня дома был и забыл. Только никому не говори. Хорошо. Хабаров. Никита Афанасьевич. Военнообязанный. Шутка. Давай иди. Лишь только под снежный распустится срок. Порядок. Лишь только приблизятся первые розы на белых стволах. Появляется сон. Как часто пьянея от светлого дня я брел на руках по тенью протока. И родина щедро ангела меня. Березовым соком.
это к нам. Ну сюда. Присаживайся. Голодный. Я хотел бутылочки попросить. Прибор. Поешь. Мы уходим. Ну что? Никита Афанасьевич Хабаров. Силу справил. Ты теперь куда? Куда Родина пошлет? Как сходняк решит, так и будет. Меня тоже Никита зовут. Смотри-ка, тезка. Хороший знак. Какой это город? А тебе какой нужен? Какой? А что спрашиваешь тогда? Просто интересно. Ну тогда Улан-Батор. Накорми пацана. Все, что не закажет, сделай. Дома доешь. Давай, отвали. Можешь мне бутылочку взять? Я тебя сейчас возьму. Чего тебе? Мне надо с Антоном поговорить. С чего это? Может, он что-то про Никиту знает. Он вчера у вас дома был. Чего? Антон! Антон! Ну-ка, идем в дом. Пойдем, пойдем. Антон. Чего? Ты вчера Никиту видел? Да, в школе. А после? Я его домой вел. А у нас он был? Нет. Ну как же? Ты же сам этот альбом Савке отдал. Сказал, что Никиту его у вас дом забыл. Я? Не, такого я не говорю. Так, Антон, или ты правду скажешь, или я тебя накажу. Был. Когда? Сразу после школы. До того, как я приехала? Да. А потом? А потом он пошел к себе. А он никуда не хотел поехать? Не знаю. Вы о чем-нибудь с ним разговаривали? Я о чем? Ну что, совсем? О музыке. Так, Настя, сейчас я своего обулца сама допрошу. Если он что-нибудь знает, я тебе потом все расскажу. Ну-ка, иди сюда. Сань, давай будем заканчивать работу. Через часик уже народ соберется. Не, Пахомыч, я домой пойду. О!
Уже и Валян нарисовался. Коммунисты всегда впереди. Здорово, мужики. А, здорово. Ну что, ждать не будем? Давай накатим по первой. А? Сань, пойдем с нами. Давай, давай. Сейчас руки помоем. Здравствуй, Геля. Здравствуй. Послушай, мне к соседям твоим заходить неудобно. Завтра праздник. Ты скажи им, чтобы убрали получше, а? Куда лучше-то? Ну, ты скажи, скажи. Ну, городское начальство будет. Скажешь? Скажу. Ты за этим сюда пришел-то? Да, нет, конечно. Ты так, к слову, это... Где праздновать будем? У тебя тут, я понимаю, неудобно, у соседей беда. Пойдем ко мне. Нет. Ну, я ж тебя не на всю ночь прошу. Посидишь до вечера, вернешься. А Файка одна побудет, ничего с ней не случится. Угу. У Грома Хон какие прекрасные отношения между собой были. А Никит сбежал. А у нас Файка не очень-то хорошие. Так что неизвестно, что она выкинет. Поэтому нет, Леня, празднуй завтра один. Гель, извини. Богданыч, можете на минутку? А что ты к Богдановичу сюда ходишь? Богданыч в Жеке кабинет. Да, действительно. Богданыч, ну я видел, как ты по улице шел. Извини, но правда, дело серьезное. Что, я на улице подожду? Богданыч. Ну? Я, конечно, извиняюсь. Ну-ну. Но ты же хохол, да? Я украинец. Ну, извини еще раз. Но вы же украинцы, как и хохлы стало любите. Так, что тебе надо? Машку заколоть надо. Какую Машку? Как какую? Свинью мою. Люська говорит, что смысла держать нету. Худеть стала. Так, а я здесь при чем? Ну как же, вы же украинцы все свиней держите. А. Да не, нет, ты что, нет. Вот, подожди, подожди, подожди. Нет. Подожди. Леонид Богданович, я же не просто так. Я же, ну я заплачу. А, Богданович, мясо дам. Это сало чесало. Да иди ты, Богданыч. Сало чесало. Ну, а сам ты чего? Да не могу я. Прикипел я к ней. Вроде как член семьи получается. Я же ее вот крошкой взял. Вот такой. Вот. Да черт. Ну, вообще, я видел, как дед режет? Ну, сам никогда. Богданыч, я прошу. Да не, не, ну, не. Ну, подожди, 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 а? А хочешь Вовку моего попроси? Он же морпед. Точно. Лех. Во, или Лех. Он же у нас десантник. Ну. Держи, ну, Богданыч. Ну, спасибо, спасибо. Давай, я пошел, да. Давай. А Вовку это? Вовку не надо. Ну ты где, Пахомыч? Водка киснет. А, ну. Там дела были.
Ну и что ты ходишь? Времени нет у меня. Да успеем. Ну? Ну, с праздником. Давай. За Великую Октябрьскую. Все, давайте. Чтоб ей неповадно было. Я не понял, ты чего сказал-то? Вы что, комиссар, что ли, Пахомыч? Это ты у нас коммунист. И депутат райсовета, и на доске почета ты висишь. Ну уж, конечно, лучше на доске почета, чем на виселице. Давай, по второй я пойду. Ой, достал меня этот совдеп. Я, между прочим, за эту совдепию кровь проливал. Мы 20 миллионов положили. Ну и напрасно. Воевали бы чуть похуже. Сейчас бы пиво баварское пили и на мерседесах ездили. Ты... О, ты это что, серьезно? А, да шучу я, шучу. Тогда извинись. Чё? Чё это? А я сказал, извинись. Да пошел ты. А я сказал, извинись. Да ладно, Пахомыч, чё ты? Пахомыч. Валь. Козел-то старый. Не выпить, не поговорить. Давай. Хоть ты выпей со мной, Танек. Да он не пьет. Извинись. Чего это? Э! Ну ты! Саш! Мужики, ну... Ну, блин, в натуре. Вы что, хорошо сидели? Ну... Спасибо. И тебе, Санек, отдельное. Санек, ты чё? Ты чё наделал-то? Ну, теперь житья не даст. Иди сюда. Тебе говорю, иди, не бойся. Чего? Следишь за мной? А бутылочку скоро освободите? С этого двора. Ольгу. С 26-й квартиры, знаешь? Нет, не знаю. А я вот знал. О, колбаски погрызи. А, опять мелькнул. Знаешь, брат, я бы ему за эту секунду пулю бы в ухо воткнул. Будущий муж моей бывшей невесты. А я кто такой, знаешь? Нет, не знаю. Вот, никто не знает. И ты никому не говори. А вы пиво не будете? Казать-то? Никита. Держи, краба. Никита, Коля. Вот такой, брат Никита, праздник получается. Я к невесте. На моем месте какой-то инженеришка прописался. 120 рублей оклада. А ты как думаешь, можно ли на такие деньги семью содержать? Вот, я думаю, нельзя. А может, она его любит? Может, и любит. Наверное. Со мной, наверное, по расчету была. Я ж, брат, видишь, как питаюсь. А? Да, кремлевский поет, брат. Вез невесте. А съедим вместе. Так, ладно, 15 минут осталось. Бутылка-то тебе зачем нужна? Понятно. На.
красивый. Красивый. Юбилейный. Ну, брат Никита, гуляй. Тихо, тихо. Тормози. Тормози, тормози. Ой, я. Давай. Ты что так поздно делаешь на улице, а? Гуляю. Гуляешь? Я гуляю. Все гуляют. Бозров. Вот такие дела. А Машка все худеет. Резать ее надо, понимаешь? Резать. Ну неужели ты не сможешь? Ну, я не пробовал никогда, но... Лех, ну ты же десантник. А что, кто-то сомневается, что ли? Да нет. Нож я приготовил, паяльную лампу тоже, и мой топор есть. Нам хотел сегодня зарезать, чтобы завтра к празднику. А наш замначпро масло там я взял, он в отпуск уехал. Ну и что хочешь, сейчас пойдем, да? Не, зачем сейчас? Завтра с утречка. Завтра, завтра. Не, я завтра не могу. Ты что, завтра демонстрация? Давай послезавтра. Послезавтра? Я тебя прошу, не напейся, а. Так я вообще не пью, чтоб ты знал. И давай этого Вована возьмем, он все-таки морпех. Вот Вована не надо. Ты уверен? Заметано. Ладно, давай. Все, договорились. Настя, закончу. Что еще делать? В пюре сделаем или пожарим? Делай, что хочешь. Спокойной ночи, Няня, спокойной ночи, Савка. Раз, два, левой. Раз, два, правой. Раз, два, левой. Направо. Шагом, мар. Раз, два, левой. Раз, два, правой. И раз, два, левой. И раз, два, правой. Слышь, ты это, давай хату мою освободите на полчасика. Ну давай, давай, скажи всем, пусть на полчасика. А ты за полчаса-то успеешь, а? Только у меня мебели маловато, не обжился еще. Ну что ты, давай. Я дома один. Вот и хорошо. Давай ключи. Я Никиту жду, он где-то в городе потерялся. Да? А что ты сидишь? Иди ищи. Да пошел ты. Настя, действительно считаешь, что это я виноват? Я так не говорила. Но я же вижу, что ты так думаешь. Ладно, я все понял. Славка, мои, что ли? О, Сань. Представляешь, они меня увольняют. Почему? Говорят, рисую не похоже.
Вот так вот. Ну, куда же у тебя Станислав? А, художник живет, как птица, пока летает. Ротик-то закрой. Ничего. Вальке давно надо было по тыкве настучать. А я бы сам настучал. Да директор. О, дерьмо вспомни, оно и вперед. Третий цех сколько человек? 20. А этот что тут делает? А как он? В списке. Считай, что он у нас уже не работает. После праздников за документы. По 33-й статье. Похоже, этим делом так не кончится. Готовься, парень, ко второму сроку. Сойдет. Обойдется. Да, Пахомыч, обойдется. Сегодня же самый синокос. Вся Москва полна налимов, а мне торговать нечем. Чего ты на работу-то не вышел? Не ори. Андреич, здравствуй. Здорово. Можно пройти? Это кто? Я так, друг. Ну, проходи с другом. Ты проходи, проходи, не бойся. Он только с виду такой грозный. Так он мужик нормальный. О, нифига себе. Собирай все. Чего ты так сразу-то? Расскажи хоть, что случилось-то. Из-за ментовки, что ли? То есть все мы там побывали. Я завязал. Остальное тебя не касается. Ну смотри. А то ведь Булгор тебя хотел в гостиницу перевезти. Я больше не работаю. Так и передам. А в какую гостиницу? В Интурист, наверное. Там у него связи хорошие. Сова, еще не поздно передумать. Я сказал, завязал, значит, завязал. Ну, смотри. А что там делать-то в этой гостинице? Там. Там галстуками не торгуют. Там сигареты, парфюм, джинса. Я бы сам пошел. Сразу. Так иди. Бугор не берет. Пока, Андреич. Ну, как там? Никита-то не нашелся? Еще все мы когда бегали, отыщется. До свидания, Андреич. Защитнику Отечества кружечку пивка у гостя. Ну, хватит тебе. И так уж не просыхаешь. Ну, правильно, я же морпех. Имею право. Ты хоть бы имею право взял бы, бутерброд с икрой съел. Закусывать надо. Роза, я за 2 года столько этой икры съел. Она у меня вот здесь сидит. Всю печень на ней посадил. Yeah!
что, дорогу знаешь? Ты звони, если что. Ничего, убиваешься раньше времени. Но найдется твой Никита, никуда не денется. Да найдется и будет жив-здоров. Да мало ли их мальчишек бегает. Вон у нас пацан. Через 3 улицы от нашей. Убежал. Через 4 месяца вернулся. Через 4. Жив-здоров. Его спрашивают, что ты бегал-то? Он говорит, хотел мир посмотреть. Они все любопытные в этом возрасте. Да это я во всем виновата. Ну, а в чем ты виноват? Он же ушел. Значит, ему что-то не понравилось. Вот послушай-ка, что я тебе расскажу. Послушай, послушай. Когда мы с мужем моим Зинуром сюда приехали дворничать из Херсона, он заболел. Ты знаешь, как странно заболел? Его руки, ноги все отекли, распухли. Он ни согнуть их не может, ни встать не может. Все, он лежачий. А у меня файка грудная на руках. И хоть ты криком кричит, ей же что-то надо. Вот тогда я лопату первый раз взяла. Ну, свекрови телеграмму дала. Свекровь меня, конечно, не любила. Они вообще, казанские татары, к нам, крымским, так, знаешь, так свысока относятся. Но приехала. Приехала. Зашла в дом, так в центре встала. Посмотрела вокруг. На облезлые стены посмотрела, на умирающего сына. И сказала, да тут любой заболеет. Потом пошла по родственникам, их в Москве было полно. Нагнала табун, они в 3 дня все сделали, весь ремонт. Потом кто принес табуретку, кто коврик, кто еще что-то. Все обставили, и так же ни слова мне не сказав. И сыну ничего не сказала, и уехала в Казань. Такая железная баба была. Только знаешь, прежде чем за порог ступить, она вот так оглянулась, посмотрела и сказала, вот теперь дом. Теперь жить можно. И что? И вот как сказала, так все и получилось. Зинур мой, как непонятно заболел, так непонятно, потихоньку и выздоровел. Ну, правда, так выздоровел, что к другой бабе ушел. Гиль, да мы можем мне мебель-то купить. А Богданыч нас потом из дома выселит, и что мы делать будем? Ну, тоже верно. А ты чего так рано? Здравствуйте. Меня отпустили. Ладно, пойду я. Все будет нормально. Не переживай. Thank you.
Стой! Ты что там делал? Спал. А ну-ка, иди сюда. Садись. А где твои родители? У дедушки Ленина что-то. У какого такого дедушки Ленина? У памятника? Так, давай руку. Пойдем разберемся. Старший лейтенант Майоров. Да. Так точно. Ну, слава богу. Настя, Никита нашелся. Мотался, не потерял. Мы с ними расстаемся. Любишь, да? Да. Это мне папа подарил. А братьев и сестру не любишь? Люблю. А почему убежал от них? Ладно, иди. Пойдем. Спасибо вам. Девушка? Да. Я бы на вашем месте показала мальчика врачу. Может быть, это драмомания. Что-что, простите, я не расслышала. Такая болезнь. Когда дети на месте не сидят, все время убегают. Никита, пойдем. Спасибо. Ну, давай, Никита, рассказывай. А что рассказывать, дядя Вася? Ты на чем сюда приехал? На электричке. Ну, где был, что видел? В Улан-Баторе. Где? В Улан-Баторе. А. Там папа с мамой вышли. А ты ел хоть что-нибудь? Да, ел. А что ел? Много чего. У меня еще осталось. О, ничего себе. Никита, это что? Кремлевский паёк. А где взял? Мне Коля дал. Коля? Это какой Коля? Друг мой, Коля. А он кто такой? Он стреляет хорошо. А мы сейчас приедем, там тетя Геля, Фаина уже все приготовили. Сегодня же праздник, отмечать будем. Какой же ты у меня чумазый. А этим не обойдешься. Никита, в баню пойдешь со мной? В баню? Сашка с нами пойдет. Конечно. И Савку возьмем. Здравствуйте. 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 Ну, блин. Я вот мимо шел, решил зайти. Говорят, Никита нашелся. Да, нашелся, слава богу. Вон теперь в баню пошли. Баню — это хорошо. Я бы и сам не прочь в баню. Ну, вот и идите в баню. Файка, Леонид Богданович, давайте-ка оставайтесь с нами. Снимайте пальто, присоединяйтесь, посидим, выпьем. Все-таки праздник. У нас даже сегодня два праздника. Да. Да ну,
Пожалуй, что я останусь. Ну вот и хорошо. Ну, что скажешь? Такой с тобой у нас, Машка, праздник получается, поняла? Что я тебе могу сказать? Ну? Давай, дай пятак. Давай, будь здорова. Ничего личного. Жизнь такая. Старый клён стучит стекло, приглашает нас с друзьями на прогулку. Оттого, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? Оттого, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Ну, что ты тут маешься? Да не майся, курю. Гасло. Как на крышу залезешь, блин, с рюкзаком. Вся улица собирается. А тут за весь праздник. Не рюмки, всю демонстрацию, сухой. Да хорошо же ведь. Пойдем. Ну, хоть бы кто заметил. Пойдем. В дом. Угу. Дети уже уснули. Спят уже? Угу. Ну, пойдем. Санек. Здорово. Смотри. Справка из травмпункта. Телесные повреждения средней тяжести. Ну? Ну, либо ты мне заплатишь, либо я несу в милицию. Чего? Знаешь, сколько? Я платить не буду. Смотри, тебе жить. Или сидеть.